В музее Сеула появился робот. С его помощью можно, не выходя из дома, посмотреть экспонаты и задать вопросы гиду. 29 июня начнется тестовая эксплуатация машины с искусственным интеллектом. Первыми ею воспользуются ученики школы при онкологическом центре. В следующем году музеи планируют проводить виртуальные выставки для людей с ограниченными возможностями, а также жителей островов и отдаленных сельских районов Кореи. В период пандемии коронавируса устройство будет доступно всем посетителям. Их число из-за карантинных ограничений ограничено. Туры по музею проводят 3-4 раза в день по предварительной записи. Длительность виртуальной экскурсии от 30 минут до 1 часа. Умная машина может работать непрерывно около 4 часов. Роботов используют в больницах и университетах Кореи, но в музее или художественной галерее он представлен впервые. В рамках международного обмена экспонаты музея истории Сеула смогут увидеть и жители других стран. Впервые робот был задействован во время открытия выставки, посвященной Чехии, в рамках международного обмена. Директор чешского музея не смогла прилететь в Корею, поэтому участвовала в выставке виртуально. С помощью робота мы могли общаться, а за день до открытия выставки проверили все экспонаты. Машина помогла преодолеть пространство и время и показала, что в нынешних условиях возможен международный обмен.